Прекращайте показ фильма. Вы нарушаете закон. Ой, это Россия, что речки. Да и вам не хватит. Ой, а кого мы видим? Это Красовский, да? А можно вас туда поближе? Не надо. А? Режиссер. Режиссер, подойдите, пожалуйста. Прекращайте показ фильма. Здравствуйте, полиция. Пожалуйста, прибудьте по адресу Каретный ряд, дом 5, дробь 10. Правонарушение. Здесь происходит правонарушение. Здесь происходит незаконный, несанкционированный показ без прогонного удостоверения. Какого? Незаконного. Прокатного. Прокатного. Да, нарушает закон. Это без прокатного, извините. Праздник. А вы одно слово знаете, да, по-русски? Это, нет, это офис организации. Это иностранный агент. Иностранный агент. Это не иностранный агент. Это не кинотеатр, а фильм показывали. Да. Мы снимаем. Показывают неопределенному кругу лиц, которые регистрировали через интернет, в том числе и зарплату брали. Публичный показ. Публичный показ производит, без прокатного удостоверения. Моя фамилия Брумель Игорь Николаевич. Здравствуйте всем. Тут еще другие товарищи, которые могут это подтвердить. Мы не вмешиваемся в показ фильма, но просим полицию. Полицию просим прибыть. Адрес.